Заготавливаем овощи на зиму. Сегодня жарим на костре баклажаны и персики. Подготавливаем их. Убираем вот эти листики. А у перчиков сердцевина. Вот так. Перчики и баклажаны нанизываем на шампура. Перчики уже готовы. Их сейчас убираем в пакет. Закрываем плотно. И оставляем, пока не остынет. А на улице плюс 40. Баклажаны тоже готовы. Убираем. Даем остыть, а потом их чистим.
Овощи остыли. Раскладываем по пакетам и отправляем в морозилку. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!